Добрый день, друзья, с вами Дов. Сегодня будем менять экран. На Sony Ericsson ST21 Xperia. Вот он, новый экран у меня в руках. Снимаем заднюю панель. Шлейф стекла. Аккуратно отстегиваем от задней панели. Здесь пристегивается шлейф экрана. Снимаем экран. Вставляем новый. Есть такой паз, вот я вам показываю поближе. Экран застегивается с материнской платой. Можно поставить сразу, проверить, чтобы потом не менять заново, в случае, если он не работает. Не работает. Экран работает. Снимаем пластик защитный. Таким образом можно почистить стекло от пыли, грязи. Застегиваем на свое место шлейф тачскрина. Собираем телефон в обратном порядке. Задняя панель. Обращаем внимание на пазы, вот эти, которые не должны остаться внутри. Вот эти вот. Собираем телефон. Всем спасибо за внимание. На все ушло у нас порядка 4 минут. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дов. До новых встреч!